не будем мешать. Меня зовут Ольга, я инженер компании GCMED, которая является производителем данного комплекса. Значит, это передвижной медицинский комплекс на базе автомобильного шасси КАМАЗ. Имеет 3 кабинета медицинского приема. Значит, это непосредственно гинекологический отсек, в котором имеется кальпоскоп, гинекологическое кресло с возможностью трансформации в кушетку, ультразвуковой аппарат. Значит, модуль полностью автономен, имеет систему водоснабжения, отопления, кондиционирования. Имеет 3 способа подключения к электроэнергии, и у него есть генератор, может запитаться от аккумуляторов КАМАЗа, и здесь стоит преобразователь, который преобразует 24 вольт 220. И значит, еще как сейчас мы запитаны, это непосредственно от сети данного центра. Значит, это диагностический отсек, здесь есть оборудование для общеврачебной практики. Здесь можно провести исследования офтальмологические, таларингологические, есть дерматоскоп, можно сделать кардиограмму. На случай экстренных ситуаций имеется реанимационное оборудование, дефибриллятор, укладка скорой помощи, аппарат искусственной вентиляции и другие. Дальше, третий отсек – это лаборатория. В ней представлены 4 анализатора – гематологический, биохимический, мочевой анализатор и глюкометр. Значит, все анализаторы экспресс, так что любой анализ делается не более 3 минут. Также есть санитарный отсек, в котором есть холодильник для перевозки необходимых реагентов и крови. И, в принципе, в этом отсеке также хранятся и личные вещи врачей, и перевозится различный инвентарь. Скажите, а есть вот какой-то определенный срок использования, эксплуатации данного комплекса? Если при правильном прохождении технического обслуживания, срок не ограничен. А вот надо своевременно проходить. А горные районы Киргизии выдержит эта амбулатория на колесах? Конечно, я думаю, это вообще без проблем. Не возникнет проблем, я думаю. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам собрать,